математика. Она изучает основу нашего мира, выкристаллизовывает общие принципы различных явлений. Математика очень красивая наука. Она сама по себе интересна и увлекательна. А кроме того, является мощным инструментом в руках человечества. Наша цель — передать эти ощущения людям, особенно молодежи. Родился я в Саратове, на берегу великой русской реки Волги. С детства — походы, показавшие красоту и разнообразие нашей большой страны. Параллельно со школы — музыкальная по классу скрипки. Последние два года — классическая советская физико-математическая школа. В Москву приехал учиться уже в университет. После студенчества и аспирантуры на мехмате Московского государственного университета моим домом стал математический институт имени Стеклова Российской академии наук. Главный математический центр России. С 2010 года заведую созданной лабораторией популяризации и пропаганды математики. Мне повезло застать и близко общаться с великими старшими товарищами. Именно это общение немного научило меня математике, жизни, выработало некоторый вкус, научило отличать, что есть правильно, что нет, что красиво, что нет. Эти знания и стараюсь передавать дальше. В России великие традиции популяризации математики. Мы стараемся сохранять их и развивать, облекая при этом в новую современную форму. Одна из важнейших традиций – не только показать увлекательный фокус, но и постараться объяснить суть явления. Сами математики, глубоко понимая науку, рассказывают ее молодежи, как на лекциях, так и в личном общении. Передают не только научные знания, но и отношение к литературе, искусству, жизненный опыт. Современное общество, увы, очень прагматично. Поэтому один из способов увлечь математикой – показать человеку, где она появляется в его жизни. Примеров масса, но мы зачастую просто проходим мимо. А если замечать окружающую нас математику, то и жить будет интереснее, да и сделать в жизни можно будет гораздо больше. Некоторые примеры можно найти в нашей книге «Математическая составляющая». Ее авторами являются ведущие российские математики. На всю жизнь запоминают встречи с продуманными, красиво изготовленными, наглядными математическими моделями. Такие объекты притягивают и позволяют буквально прикоснуться к математическим фактам и теоремам. В нашей лаборатории большая коллекция таких моделей. Еще больше идей представлено на сайте. Надеюсь, наглядные модели появятся и в наших школах. Фильмы проекта «Математические этюды» созданы с использованием математически выверенной компьютерной графики. Как и в книге, есть сюжеты о приложениях математики, но есть и рассказы о красивых, ярких, иногда нерешенных математических задачах. Фильмы сопровождаются научно-популярными статьями. Как и книга, они рассчитаны на то, что над ними будут размышлять. По материалам проектов у нас проходит много лекций в различных уголках нашей большой страны, в совершенно различных аудиториях, чаще всего школьникам и учителям. А у нас было два противоположных основания, да? Ширина будет уменьшаться. Но собирается полиграни, который как? На лекциях, в общем-то, нельзя чему-то научить, но можно постараться заинтересовать, чтобы потом человек полез на сайт, в книге, сам стал разбираться.
Для меня один из показателей, что лекция удалась, когда какой-нибудь скучающий в начале школьник с задних рядов к концу лекции уже увлеченно слушает и участвует в обсуждении. Помочь преодолеть барьер непонимания и, как следствие, боязнь математики – одна из задач наших проектов. Этим и объясняется слово «пропаганда» в названии нашей лаборатории. Мне кажется, материалы наших проектов стали востребованы благодаря их качеству. В мире, живущем по законам рынка, осуществить такие затеи практически нереально. А наш главный приоритет, не считаясь со временем и усилиями, сделать, насколько можем, хорошо, чтобы зацепило, чему-то научило, сработало. Ничего бы не было без небольшой, но преданной команды высокопрофессиональных ребят. За 20 лет существования проекта времена бывали тяжелые, но ребята остались верны нашим идеям, посвящая всю свою жизнь нашему общему делу. Ничего не было бы и без коллег, которые поддерживают нашу деятельность. Многие идеи и сюжеты рождаются именно в этом общении. В итоге, фильмы серии «Математические этюды», книга «Математическая составляющая», коллекция наглядных моделей, прочитано больше 1000 лекций. Надеюсь, еще реализуем и другие интересные задумки. Все, сделанное нами, принципиально выкладываем в открытый доступ. Мне очень приятно, что работа нашей команды приносит удовольствие познания многим людям. Надеюсь, что и в будущем наши проекты помогут кому-то полюбить математику.